Андрей, как впечатление от поездки в Муром? Хорошие. Что тебе запомнилось в городе? Отель. Что в нем? Мне понравилось. Было тепло, только мы рано вставали. Что понравилось в отеле? Отопление. А в творческой программе экскурсионной, может, что-то отметишь? Не знаю. Больше, мне кажется, где, ну, когда мы приезжали, нам рассказывали про Петра и Феврония. Так. Ну, вот, это самое интересное, мне кажется. А кто эти люди были? Святые. Так, и что они символизируют? А, по-моему, единство в семье, по-моему, я не помню, честно. Любовь. Ну, да, любовь. Так, что еще? Что еще из экскурсии? Что тебе в городе понравилось? В городе? Ну, тут как бы, я не знаю, такая полудеревня, конечно. Почему? Это древний город. Ну, гораздо вот древнее Москвы, Юра. Не понравилось. Выступили неплохо, но снег идет, спели плохо, ужасно. И ночь. Сегодня? Не, вчера. Пели плохо? Ужасно. Вчера мы пели хорошо. Снег идет и ночь вообще ужасно. А вот Канты с басами, это было неплохо. Ну, потому что вы вышли опять плохо настроенные, наверное, или недонастроенные. Поэтому и первое, это важно, самое, вещи. Особенно на конкурсах и фестивалях. Вот так вот недонастроиться и все. Сегодня вы пели очень хорошо, и батюшка, который был, нас пригласил совершенно бесплатно. Мы сюда скоро вернемся. 22 ноября будем выступать. Бесплатно? Совершенно и дорога, и проживание. Потому что вы хорошо пели, вы понравились, нас пригласили на большой фестиваль. Круто. Скоро мы сюда вернемся. 22-го, да, запомнили. Да. Ну, это ваши заслуги, наши заслуги. Вот, поэтому очень хорошие результаты, и мы подружились с этим городом. Да, у нас такая будет теперь связь, и Твери, Муром и Истра, мы можем сюда приезжать. Питер. Выступать. Ну, Питер там сложнее. Так, Миш, что тебе запомнилось? Ну, история про Петра и Февронию. Что у тебя на голове? История про Петра и Февронию. А на голове у тебя что было? Пакет. Ну, ведро из-под попкорна. То есть ты хочешь с ведром? Ну, давай. Ну, что, какая история про Петра и Февронию? Расскажи. Ну, то, что когда они умирали, когда они умерли, их как бы разложили по разным гробам и в разные комнаты. Но когда наступала ночь, под утро, как бы они опять были вместе. Ну, это когда умерли, а жили-то они как, расскажи? Ну, Петр заболел, и его, ну, чумой. А? Чумой заболел Петр. Петр? Да. Так. И ему сказали, что живет целительница Феврония. Так. Вот, он поехал к ней. Она сказала ему условие, что если он женится на ней, тогда она его излечит. Он... Наоборот. А, ну да. Когда она его вылечит, он на ней женится. Да. Но он вылечился. Он вылечился, но не женился на ней. И через некоторое время он опять заболел и поехал к ней. Так. Она его опять вылечила, и он женился на ней. Но другие бояре, там вот эти князья, они презирали ее, говорили, что как бы он царь, а ты какая-то... Простолюдинка. Да, простолюдинка. Ага. Вот. И как бы, но он полюбил ее. И когда они умирали, они отправлялись друг к другу гонцов. Петр отправлял к ней гонца, и он говорил то, что скорее дошивай свое полотно, я скоро умру. Вот. Когда она дошила? Когда она дошила, они умерли в один день. Ладно, молодец, все запомнил.